Напомню, как какую важность играет первая скрипка в оркестре? Первая скрипка в оркестре, ну, это самое ответственное место, самое ответственное. Все на тебе, как ты, как должен войти оркестр, как нюансы, какие штрихи, кто в каком месте должен играть, мечта, это очень большая ответственность. А характер первой скрипки, какую важность играет вообще в оркестре? Ну, первая скрипка по характеру должен быть лидером. Но, по-моему, не должен быть по-хамски не должен вести себя, должен быть политиком, знать, с кем как разговаривать, но свой характер должен показать все равно. У вас были конфликты в оркестре? У меня не было конфликтов. Если были, как ты решил? Не было конфликтов, я вообще не конфликтный человек. Нет, не у тебя, у других, но ты посредником был. Я так делаю, что меня все уважают. Нет, не дело в тебе, а с другим не говорят, или какие-то проблемы ты решаешь, эти проблемы? Ну, я пытаюсь, да, если кто-то не разговаривает друг с другом, я пытаюсь каким-то образом. Я не люблю, когда в оркестрах есть вот третий, четвертый не разговаривает человек или как-то. Первая скрипка и дирижёшь, в каких отношениях должны быть и как это помогает и мешает вашей работе в оркестре? Ну, смотря какой дирижёр. Дирижёр что делает, первая скрипка должна подчиняться. Иногда первая скрипка может подойти дирижёру и сказать, что-то вот вы не так делаете, или вы не там показали, или лучше покажите, или всё такое. Тебе нравится быть первой скрипкой? Мне нравится быть первой скрипкой. А когда ты еще не был первой скрипкой, как это добивался первой скрипки, роли первой скрипки, что делал? Да, я не добивался ничего, это так само пришло, это опыт и все такое. Я ничего не делал, ни конкурсы, ни проходил. И последний вопрос, это ты когда у тебя... У тебя была мечта стать первой скрипкой? Нет, или это не моя мечта стать первой скрипкой. Если мечта, быть солистом, а не первой скрипкой. Это а тебе мечта. Нравится играть или твоя... Соло подожди, играть? Подожди. Тебе...